Здрасте, мои дорогие любители обзоров. Тут подъехала Клава из-за далекого бугра. Продавец монгольский, даже Клава Китай, но брендированная все-таки. Сейчас мы посмотрим, что у нас в этом яйце. Надо только срезать скорлупу. И мы поразимся чудесам техники Китая. Тенец вылупился, наконец-то. Вот такой вот у нас девайсик. Клава черная, с белой подсветкой, механическая, Blue Switch, но обо всем по порядку. Судя по этому логотипу, они недалеко ушли от хачевских. Хачевская одежда. И тут еще мы можем заметить дань уважения Калашникову. Итак, момент истины. Ну, на самом деле, в коробке еще одна коробка. То есть они в этом плане, они не уступают Apple технике. По запаковке им нет равных, реально. Причем я приятно удивлен, что оформление не такое плохое. Красная на черном, палитра подобрана просто на ура и выглядит не так уж бомжевато. Не знаю, ощущение, как будто открываешь что-то такое. Ну нормальное. То есть видно, что оригинальная поставка, а не какая-то. Не какой-то черный рынок там по копированию производителя. Вот так вот это смотрится. Я уже слышу, как она щелкает. Ну, пока отложим. Логотип, конечно, чудесный. Ничего не скажешь. Так. Вот я помню, когда-то обзор смотрел, там шли в комплекте, инструкция шла. Там смотрелось немного иначе все-таки. Вот, и там еще шла вот это вот приспособление для снятия клавиш. Тут его нет, ну джаз, как мы видим, да? Дань уважения черной культуре. Черной культуре, все по-черному, да? Да, понятно, только непонятно, почему китайский бренд решил дать уважение вот этой культуре. То есть, не знаю, может разработчики на самом деле таковыми являются? Ну вот как они упаковывали, что это? С виду все неплохо, но там клавиша уже одна. Клавиша уже слетевшая. Клавиша слетевшая, посмотрите. Смотрите на это. Смотрите. Ну так-то прикольно. Она 75-процентная Blue Switch, как я уже сказал. Довольно. Это моя первая механика, поэтому они довольно входят довольно. Ну, то есть удобно. Быстро защелкивается. Без лишних проблем. Так, черная клава с такой серебряной подкладкой. Что смотрится довольно-таки неплохо. Это бы, конечно, нужно корректором заматься, если бы корректор был черным. Черный глянец, сделанный в Китае. Да. Так, ну вот, собственно, и клавиатура. Ну, это по сравнению с мембранкой, реально. Вообще все иначе. Мембранка, она вообще залипает. А тут контроль клавиш вообще другой. Да. Очень мило.
белая подсветочка еще, что не может не радовать. Так что за сколько? 2900 получается. В переводе на тот курс доллара, который был, это где-то, не знаю, 50 долларов. Там еще шурупы видно. Вам не видно, конечно. Но шурупы. Забавно, конечно. Не так уж и плохо, но и недостаточно хорошо. Так, а по характеристикам свечей, как я видел, они заявляют 60 плюс-минус 15 грамм веса. И на черные, и на синие, с которыми поставляется данная клава. И именно если брать Cherry Mix, немецкие, да, то... Некоторые обзорчики заявляли, там, конечно, что, конечно, в минус идет вес, но это ощутимо, что вес идет в минус, а никакие не плюс-минус. 15 грамм к 60, а скорее в минус. То есть они довольно-таки очень легкие. То есть, как мы знаем, Cherry Mix у нас коричневые. 45 грамм веса дают, что, собственно, где-то так по ощущениям выходит. И тактильная отзывчивость неплохая. Все, можно ее подсоединить, попробовать. Вот, собственно, клава уже и подсоединена. Изначально она была при включении уже с горелкой. Вот такой вот горелкой. Соответственно, есть несколько модов. Есть мод такой. Клавиатура как бы дышит. У нее есть жизнь, и вы можете ее оживлять, поливать и все такое. Дальше. Такое мерцание, как по волнам, да? Еще что. Но тут мы складываем тетрис, очевидно. Тетрис-эффект. Что выглядит забавно. Яркость уменьшается при нажатии FN и вот на эту кнопку. Тут есть, соответственно, иконки. Показатели яркости. Пока оставлю максимально для демонстрации более корректной. И вот эти еще две кнопки, они, соответственно, скорость эффектов либо увеличивают, либо уменьшают. Если мы возьмем, например, эффект дышла, то мы можем увеличить дыхание. Ну, то есть у нас клавиатура на пробежку вышла, как будто, да? Дыхание увеличивается, сердцебиение учащается. И тут мы резко замедляем, резко замедляем. Теперь она становится уже такой... Почти не дышит. Реанимация. Так, дальше можем скорость волны прибавить, чтобы все серферы нахер попадали со своих досок. Либо уменьшить. Мешаем. Вообще почти ничего. Ну так-то смотрится довольно хорошо. То есть я бы не сказал, что это не проработано. Это нормально. Последний у нас тетрис. И сейчас патимейкер устроим. Патимейкер сейчас по-любому будет. Я отвечаю на скорости. О! Господи, пику! Зовите пику! Сейчас устроим тут пику из покебола. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что были с нами. Ждем вас в следующих выпусках.